Сейчас, секунду. Давай, я готова. Итак. User was moved to your channel. Интервью. Сегодня ты ответишь на парочку вопросов. Итак, давай. Первый такой вопрос. Какой у тебя вот складывается мнение о нашем плане, в принципе, как об организации? Какое мнение о клане как об организации? ОПГ. Ну да. В смысле? Блин. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Например, на глазки. Нас клане очень хорошо и четко прорисовывается определенная иерархия. Будет глава, замглавы, потом офицеры, ветераны, потом уже рядовые. То есть как бы своя структура, которая очень хорошо отлажена. Ты считаешь, что есть что-то подобное в другие кланы? Нет, конечно. Я же говорю, вы вообще первый клан, из которого мне выходить не хочется. Ясно. А, вот такой вот вопрос. А, хотела ли бы ты, чтобы была функция такая? Ошибки с клиентом. И чем эти ошибки привлечены? Что мы сделали? Наверное, Андрею. Да, хотела бы. Андрею, Мафии и Оригу. Хорошо. Ну, твой вопрос. Почему именно любовь и стероиды? Ну, потому что мы уже давно вообще об этом договорились. Ну, это как парный ник. Стивен Моссес. А какую рубрику в нашей ВК-группе ты ждешь больше всего? Больше всего? Да. Челленджи. Так, ладно. Ориги, твой вопрос. Сейчас. Ты бы хотела стать офицером? И что бы ты сделала первым своим указом? Офицером только для донабора игроков, потому что у меня много друзей, которые, в принципе, хорошо играют и, как бы, ну, адекватные. А вот именно офицером, чтобы отвечать за людей, за поведение людей, нет, не хотела бы. Еще раз, я вообще ничего не поняла. Учитывают ли офицеры в офицерской вашей ВКонтакте действия на будущее, на несколько ходов вперед? Думаю, да. А по-другому никак. Нет, нет такого. Ни с кем. Каждый человек индивидуален. Каждый человек оригинален. Да, как оригинал. Сама оригиналис. Знала ли ты, что Доширак Морки является родственником? Нет, не знала. Ясно, как последний вопрос на сегодня у нас был. Как ты видишь перспективы развития нашего клана? Ну, я вижу то, что мы каждый день развиваемся. Хочу выявить то. Ну, развитие — это штука такая долгоиграющая, поэтому будем стараться.
планов у нас наполеоновских много, и будем пытаться сделать их реализацию. По крайней мере, те планы, которые были оглашены в прошлом году, что будут в этом году, и вы их сейчас, собственно говоря, уже видите. План вошел в платину, слово я свое сдержал. Более улучшили организацию плана. Теперь нет только нормы по главным очкам. И вас чаще награждают. Это тоже я слово сдержал, соответственно. И многие маленькие нюансы, которые тоже были оглашены, они уже, в принципе, реализуются. Также с дымами и многое другое. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание, Ника. Оставайся с нами. Спасибо. Так, здравствуй, Максим. Здравствуйте. Так, сегодня у нас интервью, и мы зададим тебе пару вопросов. Вопросы будут разные, как стандартные, так и нестандартные. Думаю, ты справишься. Итак, первый вопрос. Почему похвала? Почему? Ну, мне в голову первое пришло это название, я написал его. Хорошо. Что больше всего, по-твоему, отличает наш клан от других кланов? Ну, в других кланах я был, там его забрасывали, на клан. И его как бы не забрасывают. Кто инжом пойдет, Гидру один? Я не пойду. Ну давай зайди в КВ один. Так, все, давай следующий вопрос. User left your channel. Как ты считаешь, вот все в нашем клане в принципе это организовано, но помимо наградительной системы есть и карательная система. Как ты считаешь, суровая ли система наказаний в нашем клане? Наказания я еще не встречал. Я только наградной встречал. Так что я не знаю, что там. Карательный. Это выговоры в смысле? Ну, я согласен с этими выговорами. Хорошо, ладно. Кто, по-твоему, имеет самый суровый и жесткий характер в нашем плане? Кроме меня. Ладно, я себя в счет не беру, может, у меня... Да все хорошие игроки, никто не ругается, все нормально. Никто не суровый. Ладно, кто такой из офицеров самый требовательный, самый такой, можно сказать, жесткий на твой, в плане вот порядка? Пока никого не встречал. Все требовательны от игры-то, да? Все требуют, чтобы мы выиграли офицера. Ладно, а как ты считаешь, в офицерской комнате проводятся, так скажем, называемые многоходовочки и планы на будущее наперед? Они там разрабатывают всякие тактики. Ракиды там всякие, дымы. Хорошо. User disconnected from your channel. Относишься к тому, что игроков вот сегодня все вопросы в основном тебе достались по системе награждения. Вот ты знаешь, что у нас выдаются пин-коды в качестве награды, и насколько хорошего для тебя это и для игроков в целом, и вообще что содержат эти пин-коды, можешь рассказать? Ну, например, раздавали там пин-коды на всякие пушки военные. Травки какие там, и там вот эти новые. На шипку набить. Так, хорошо. А какую рубрику, видеорубрику в нашем сообществе ВКонтакте ты ждешь больше всего? Твоих видео. То есть лучшие моменты игры клана. Естественно. Ну и напоследок, чего пожелать? И от зверя-убийцы. Как он по 2 кило дает, и потом сразу опять. Ясно. Ну вот, видишь, значит, и каждый может выкладывать из участников клана свои видео. Отсюда тоже выводы, что не только мои видео. Ну ладно, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну я слушаю. Итак, вот у меня давно напрашивается такой вопрос, касательно того, почему именно никнейм негр вашей маме? Ну, спонтанно придумал. Не могу объяснить на этот вопрос точного ответа. Сформулировать, ясно. Арига, зверь. Какие качества тебе больше нравятся в наших сокланах? Ну, доброта, понимание. Ну, точная информация, где противник находится. И много других. Ну давай, я задам вопрос. Кто, по-твоему, самый
в этом клане, который... Давай заново. Миша, давай, Миша, всю хуйню, давай по новой. И заново, давай. Это бэкстейжем надо. Да нет, я хотел, короче, одно спросить, в голову другое лезет. Давай. Какой самый сильный игрок в нашем клане, ты имел в виду? Нет. Кто больше приносит пользы и считается, ну... Полезным. Да, полезным игроком клана. Это вот этот вопрос, который ты хотел задать? Да. Ну, конечно же, Вова, потому что от него информации больше, ну, узнаешь о противнике. Куда он пойдет. И Арига. Потому что, как сказать, он тоже заместитель главы. Он тоже точную информацию может сказать, где находится противник, и точную информацию, где может нам занимать определенную точку. Хорошо. Какого игрока бы ты хотел подчеркнуть в плане оригинальности общения в нашем классе? Надо подумать на этот вопрос. Ну, я так думаю, что, в принципе, этот можно списать на стиль очень долгий, потому что... Да-да-да. Тиф очень такой своеобразный у нас. Но, ладно, вот такой вот вопрос. Нравится ли тебе то, как устроен внутренний мир клана, традиции, награждения, видео, также отводящаяся роль всему этому? Конечно же, да. Вот как ты считаешь, по твоему мнению, что больше всего игроки ждут у нас в группе, по твоему мнению? Ну, по моему мнению, это нарезки. Потому что как можно посмеяться, поугарать над ситуацией, которая происходила тогда и в иное время.